Вместо песка и глубоких ям с лужами – новый асфальт, парковка, тротуары и облагороженная территория. В Сургуте завершается кампания по ремонту внутриквартальных проездов. В этом году планировали обустроить 14 объектов. На 13 работы будут завершены в срок, один на Пролетарском проспекте сорван. По словам представителей администрации города, контракт с подрядчиком расторгнут. В следующем году выберут нового исполнителя. Сейчас завершаются работы на участке от проезда Первопроходцев до Комсомольского проспекта. Здесь фактически построили новую дорогу со всеми необходимыми коммуникациями и разметкой. Мы подходим к завершению производства работ по капитальному ремонту внутриквартального проезда от проезда Первопроходцев до проспекта Комсомольский. Длина данного проезда 270 метров, площадь асфальтирования 3600 квадратных метров, площадь устройства тротуаров 978 квадратных метров. Тротуары, как вы видите, у нас по данному проезду расположены с двух сторон. Проезда выполнены они из тротуарной плитки. Бортовые камни на данном проезде у нас установлены гранитные. В связи с тем, что здесь у нас находится социально значимый объект детский сад, здесь у нас предусмотрены парковочные места. Подрядчик ИП «Вовчинский» работал на трех городских объектах. Это два остановочных комплекса и внутриквартальный проезд. Чуть больше, чем за месяц, песчаные руины и ямы сменились красивой и удобной для горожан инфраструктурой, где комфортно не только ездить на машине, но и гулять. Ввести объект в эксплуатацию планирует 31 октября. Начали работы мы с 15 сентября, приступили к данному объекту, сделали полную выемку грунта. Провели коммуникации, то есть были проведены работы по электрике, то есть замена кабелей, отсыпка полная по новой, устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров из плитки, озеленение, торф. Не установлены еще знаки регулировки движения и тактильная плитка на тротуарах. В принципе, все, объект готов к сдаче.